Здравствуйте, мои дорогие рукодельницы! Меня зовут Елена Ермина. Я рада вас приветствовать на своем канале. Сегодня к вашему вниманию я предлагаю замечательные модели пончо, кейпы, которые связаны крючком и спицами. Досмотрите, пожалуйста, это видео до конца, и в конце видео я вас приглашаю на подробный попетельный мастер-класс по вязанию джемпера пончо крючком. Можно связать на любой возраст и на любой размер. Это может быть и летний вариант джемпера пончо, и также демисезонный. Все зависит от того, какую пряжу для вязания вы выберете. Модель пончо, которую я вам предлагаю связать, настолько универсальная, удобная, практичная, и можно носить не только в качестве пончо, но и также в качестве джемпера.
Сегодня я хочу вас пригласить на подробный попетельный мастер-класс по вязанию уникальной универсальной модели пончо-джемпер. Название проекта «Айсберг». Мастер-класс состоит из трех частей, где я подробно показываю, рассказываю, как связать начинающей рукодельнице такую универсальную модель. Предлагаю вам ее посмотреть со всех сторон. Вот эта модель пончо джемпер айсберг прекрасно подойдет на прохладную погоду. Вы можете надеть под пончо майку, топ, летнюю кофточку и сверху пончо. И вам будет комфортно, тепло, смотрится интересно данная модель, стильно, модно, по-современному. Чем уникальна эта модель? Вяжется очень легко и просто. Подойдет абсолютно на любой возраст и размер. Я вязала на размер 48, также подойдет на размер 52. Вяжется очень быстро и интересно. Показываю вам весь процесс вязания. Также здесь пончо у меня связано. Добавлен рукав. И внизу рукава резинка. Я рассказываю, как связать основное полотно, как присоединить рукава. Пончо вяжется без единого шва. Здесь нет шва. Даже здесь, там, где вяжется рукав, тоже вяжется все по кругу. И показываю, как связать резинку. Давайте я вам немного расскажу о пряже, из которой я вязала, и какой расход. Пряжа у меня бегония от Янард. Из этой пряжи я вязала впервые, она мне понравилась. Идеально, скорее всего, для спиц, но для крючка она подходит только лишь для пончо какого-нибудь джемпера, чтобы узор был не очень плотный. И также прекрасно вяжутся из этой пряжи жилеты, кардиганы, жакеты. В 50 граммах 169 метров, это 100% мерсеризованный хлопок, цвет пряжи 53-53, голубая бирюза. И крючок тоже посмотрите уже в мастер-классе, каким я вязала. Вот такая информация о пряже и расход. Я вязала на размер 48-52. Расход ровно 500 граммов пряжи. Ни больше, ни меньше. И рукав у меня получился полноразмерный, длинный. Как я вам сказала, что процесс вязания очень увлекательный. Вяжется легко, просто, быстро. И стать обладательницей вот такой интересной вещи с интересным дизайном. Данная модель подойдет, как я уже сказала, абсолютно всем, на любой возраст и может связать на любой размер.